Недавно в одну из ветеринарных клиник Омска пришел мужчина. Просьба у него была очень простая – усыпить его кошку породы сфинкс, которую он принес на усыпление в простом пакете. Врачи спросили, чем объясняется его желание, но ничего внятного он объяснить не смог, что насторожило медиков. Ветеринары провели осмотр животного и пришли к выводу, что оно совершенно здоровое. Естественно, они стали настаивать на том, что кошку усыплять не стоит. В результате мужчина разозлился и начал избивать кошку прямо на глазах у врачей. Ветеринары сразу же отобрали животное у хозяина, и тот быстро удалился. Тогда они обратились в волонтерскую организацию и попросили взять на себя заботу о кошке. Так у нее появилась временная хозяйка по имени Ольга. По ее словам, всю дорогу кошка ехала, прижавшись к ней и боясь открыть глаза. А спустя некоторое время у нее из глаз покатились слезы. Ольга говорит, что ей неизвестно, могут ли кошки плакать и как могут слезиться глаза у сфинксов. Но такого она еще не видела, поскольку это были настоящие большие капли слез. Кошка получила имя Боня. Ее предыдущая жизнь, видимо, была ужасной, поскольку теперь она боится каждого звука. Но теперь ей ничто не угрожает, хотя Боня все еще ждет подвоха. Поначалу кошка вообще ничего не хотела есть, но потихоньку начала принимать пищу. Пока что волонтеры не ищут для нее хозяев, дожидаясь того момента, когда она станет более доверчивой и спокойной. К счастью, в ветеринарной клинике были установлены камеры наблюдения, на которых было записано все произошедшее. Теперь, используя эти записи, волонтеры намерены обратиться в полицию и воздать прежнему хозяину кошки по заслугам. Остается надеяться, что мужчина ответит за свою жестокость, а кошка найдет новый дом и добрых хозяев.